назвался груздем, полезай в кузов. Ты назвался лидером оппозиции или просто оппозиционером? Так изволь-то, пожалуйста, пытаться сшибить Путина-то, когда возможность такая выдается. У нас есть ситуация, в которой у системы все плохо, и ей предстоит процедура, где граждане должны будут сказать, мы не против, чтобы так было еще 6 лет. Ну так давайте ж втопим. Давайте ж втопим, попробуем объяснить, сказать, что не надо. Что не надо. А это начинается. А там не так посчитают, а там электронное голосование. Да пусть сначала будет что не так считать. А то, если у них будет 80% бюллетеней за, так они будут так считать. А там будет 80% бюллетеней за, если ты, я, Навальный, Ходорковский, Каспаров и все остальные будут рассказывать нашим огромным аудиториям, что это не тот момент, где надо что-то делать. Что это тот момент, где надо посидеть и покурить бамбук. Чего мы ждем? Это важный и, возможно, единственный шанс за последующие долгие годы. А мы тут рассуждаем в какие-то философствования, мы пока подумаем, мы еще не решили.